оркестр в ресторане, да? Значит, вот они играют там, ну, да, все танцуют, потом смотрят на часы, да? А никто не заказывает, ведь а музыканты же работают не только за зарплату, они еще и ждут, пока закажут. По заказу нашего гостя из Еревана. Да-да, солнечным утром. Сулико. Да-да-да-да-да. Значит, все. И вот, значит, когда смотрят на часы, вроде бы уже и поздно, все, а никто не заказывает, тогда руководитель ансамбля говорит: «Внимание отдыхающих! Наш оркестр начинает заканчивать свое выступление».